что такое автомобиль. Это такое средство передвижения. А что в нем есть? Кресло, багажник, сиденье, руль. Это средство передвижения. А как оно передвигается? С помощью колес. Это наездный транспорт. Автомобиль – это где машина. Нужно куда-то ездить. А куда, например? Например, в кондиловку. Машина – это транспортное средство, у которого есть колеса и двигатель, и его используют для перевозки людей или грузов. Какие бывают машины? Грузовые, легковые, Лада, лимузины, Рено, Фольксваген. Грузовые, легковые специальные. Грузовые, легковые, спасательные, пожарные, скорая помощь, полицейская, военные, Фольксваген, Мерседес, Феррари, Мазда. А еще бывают какие-нибудь? Вольво. Гнил. Лимузин. Логан. Гелик. Ламборгини. Феррари. Машины бывают разных марок. Например, Мерседес, Шевроле, Макларен, Рено, Лада, Форд. Какую ты купишь машину, когда вырастешь? Лимузин Рено. А лимузин, потому что длинный, в нем 105 мест. Очень много. И всех будешь возить там, да? Специально. Это что такое специальная машина? Скорая помощь. О, ты будешь всем помогать? А кому? Всем. Гоночную. Ой, зачем тебе такая машина? Ну-ка рассказывай. Я хочу стать гоночником. Мазду, чтобы ездить. Гелик. Почему ее? Потому что она высокая, быстрая. На ее крышу можно залезть. Порше, она такая удобная, в ней удобно сидеть. Она комфортная, ну, удобность. И она очень красивая. И у нее внутри вот очень красивые панели.